Книга «Открытым оком», том 15, тема «Вера», вопрос 2929. У верующих как-то уж очень упрощенно, просто все. Они на любой вопрос отвечают, что так угодно Богу, так сделал Бог, так сказал Бог. А где же своя голова? Почему бы не докопаться до истины, до истинных причин происходящего? Отчего, например, сильные ветры, бури происходят? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Напрасно думайте, что это у верующих все упрощенно. Как раз у верующих и проделан огромный труд, чтобы, закончив поиск, за все воздать славу создавшему и скрывшему. Премудрость Соломона, 7:17 по 21 стихи. «Сам он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий, начало, конец и середину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положение звезд, природу животных и свойства зверей, стремлений ветров и мысли людей, различий растений и силы корней. Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость, художница всего». Псалом 147:7. «Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды». Псалом 148:8 стих. «Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его». Книга Исаия 40:24. «Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому». Псалом 106:29 стих. «Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают». Никто еще не изъяснил происхождение циклонов, бури. Нет, от перепадов же температур, иначе нужно было бы миллионы градусов жары поднимать на одном полушарии, а на другом создать температуру 273 градуса холода. Верующему дана власть от Бога разговаривать с ним, и если что непонятное и нужное для спасения, то Бог открывает ему через Библию и на молитве и подает премудрость свою. Премудрость Соломона 7:27. «Она одна, но может все, и пребывая в самой себе, все обновляет, и переходя из рода в род, в святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков». Книга Исхода 14:21. «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды». А как это было, то сокрыто. Откровение 7:1. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Как мне спастись в греховной жизни сей, когда и Авраам мне в осуждение мои припоминает прегрешение, когда в меня бросает Моисей слова, что тяжелее, чем каменья, и праведный Навин во гневе мстит, весь род карает заодно с Аханом, и выдает на гибель царь Давид людей безвинных гавоанитянам. Когда он, царь великий, зло тая, с навалом сводит счеты с сумасшедшим, когда ревнитель Божий Илия людей палит огнем из туч сошедшим. И тот, кто может праведнее всех, апостол Петр людей карает сирых, не спосылая смерть за малый грех, Анания с его женой Сапфирой. Когда ведун великий душ людских, апостол Павел, столб вероучения, к благим словам в посланиях своих примешивает смрадный запах тления. Моей вине нет края, нет конца, сон воинов отважных и суровых, блаженных сон и сон святых готовых исполнить волю нашего Творца. Земля и твердь, и огонь, и все стихии, живая тварь и камни неживые, все карою грядущим не грозят, напоминают мне грехи земные,
и предрекают мне кромешный ад. Грешащий я под стать морской стихии, кто в душу мне пытливый бросит взгляд, увидит, маленькие и большие, внутри меня чудовища кишат. Увидит, как чудовищ этих сонмы меня терзают в жизни сей земной, и подтвердит свидетель потрясенный правдивость слов, произнесенных мной. О Господи, моих грехов премного, но Ты даришь спасение нам, живым, единородный Сын, Живаго Бога, Ты, что всесилен и непостижим. Господь неизреченный и нетленный, понеже всем по Твоей рукой, прости и дух мой бурею смятенной, Ты, Боже, укрепи и успокой. Своим мечом, карающим и правым, чтобы от них не стало и следа, Ты отсеки бесчисленные главы чудовищ тайных моего стыда, и этих скорбных песнопений слова услышь, не усомнись в моей мольбе. Ты не отвергни, Господи, сурово молитву, обращенную к Тебе. Мои слова, как ладан благовонный, прими, Господь, и мир мне принеси, и как пророка своего Иону очудишь и от бурь меня спаси. Услышь, о Господи, мои стенания, прими мою молитву покаяния, умерь мои бесчетные страдания, меня в мой час последний не покинь, мое единственное упование, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Григорий Нарекоцы.